Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иосиф – наместник фараона. И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставлю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его весомыми одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь», и поставил его над всей землею египетскую. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.